Глава района Заур Хамирзов провел рабочее совещание с главами сельских поселений, ответственными работниками администрации муниципалитета, руководителями организаций и учреждений. Главной темой совещания стало выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в частности земельных участков, и направление сведений о них в управление Росреестра с целью их внесения в единый государственный реестр недвижимости. Участники мероприятия обсудили порядок приведения видов разрешенного использования участков в соответствии с их фактическим использованием, механизм достижения плановых показателей по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, а также проблемы, связанные с уточнением правообладателей. Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости проводится в целях государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости, право на которые в едином государственном реестре не зарегистрировано. Работа осуществляется в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений. Наличие таких сведений в единый государственный реестр недвижимости обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, предоставит возможность распорядиться такими объектами в дальнейшем, убережет от мошеннических действий с их имуществом.